Всем-всем-всем доброе-доброе утро, и покажу, с чего же начинается мое утро. А утро мое начинается с того, что я достаю из холодильника свои любимые продукты для лица. После того, как я встала и умылась, я наношу вот такой спрей-лед от Faberlic. Классное средство, очень хорошо увлажняет и освежает по утрам. И я обязательно пользуюсь кремом вокруг глаз, и вот это у меня такой крем-ролик True Perfection, вот так вот он выглядит. Вот Oriflame, такой холодный ролик, именно держу все в холодильнике, чтобы оно было холодненькое. Тут у меня вот такие вот розочки стоят маленькие, любуюсь ими, и сейчас буду завтракать. Сейчас уже 12 часов, я недавно встала, и вот буду завтракать. На завтрак у меня, как всегда, сразу я выпиваю стаканчик водички, дальше вот такой чай черный в новой кружке. От Avon, очень красивая кружка, такая приятная. Дальше вот такой вот Danissimo творожный йогурт, новый, с сезонным вкусом. Это грецкий орех, чизкейк, в общем, что-то должно быть очень-очень вкусненько. Дальше моя ложечка лежит прекрасная. И два блинчика, только что я себе пожарила с икрой, так что буду завтракать. Сегодня потрясающее такое солнечное утро, день. Очень красиво, очень здорово, хочется бежать на улицу быстрее. У нас сегодня продолжение Черной пятницы, вторая Черная пятница, и очень много скидок. Я, в принципе, себе уже очень много чего приобрела, кое-что мне подарили. В этом влоге я вам все покажу, это и туфли, и брендовые сумки. Но я думаю, что сегодня съездить стоит. Сейчас вам покажу мои карандашки для бровей, которые я наконец-то купила. Покупала я в магазине Cosmo их. Уже перед отпуском я тоже искала карандашики, но на самом деле не могла найти, потому что в магазине был какой-то дефицит. И вот я нашла только вот этот от Rilui, который, в принципе, я всегда покупаю, но в оттенке 0,5. 0,5 оттенок, он достаточно темный, то есть для блондиночек, конечно, он темноват. 0,5 оттенок больше подходит для брюнеток или темных-темных шатенок. Поэтому мне нужны были для блондинок, и обычно это вот такой карандаш от Rilui, я покупаю для блондинок в оттенке 0,3. Он очень классный, очень хороший, цвет просто потрясающий. Вот, наконец-то, я его купила со щеточкой, очень удобно. Взяла сразу две штучки, чтобы потом не бегать. Стоил он чуть меньше $2. И еще взяла также попробовать карандашики от Essence, тоже для бровей. И это у меня оттеночек блонд. Сейчас вам покажу, где тут написано. Вот, написано, будет не видно, да. Написано 0,4 блонд. Там даже были еще светлее оттеночки, но вот я посчитала, что вот это будет тоже отличный карандаш. Они стоят, они в одной ценовой категории. Вот, если вы любите карандашки для бровей, все-таки карандашки для бровей, они более четче рисуют бровки, и они имеют в себе в составе воск, и, соответственно, бровки дольше держатся. Поэтому мне очень нравится, вам тоже советую эти карандашики. Вчера зашла после ресторана в магазин, купила себе новый журнал Cosmopolitan и шоколадку. Это моя любимая шоколадка Ritter Sport, ром, изюм и орех. Очень вкусно, я вот обожаю такие шоколадки, люблю, чтобы именно был изюм. И вот ром, он придает такой тоже очень вкусный, такой прям, не знаю, очень ароматная шоколадка. Обожаю вот ее из Ritter Sport. И такой вот Cosmopolitan, стоил он у нас $1. Здесь, кстати, практически нет никаких пробников. Здесь только пробник был вот такого крема от L'Oréal. И был вот этот еще тоже мужской пробник Blue de Chanel. Я дала брату своему вот такая закладка. И все, больше даже ничего не было. Вот, буду читать. Я, в принципе, не часто их читаю. Не знаю, я их всегда покупаю, но никогда до конца не читаю. Просто так смотрю картинки. Но мне очень нравится Ким Кардашьян, поэтому я из-за нее и купила. Очень много девочек меня спрашивали про мой отзыв на Moroccan Oil. Уже прошло сентября месяца, я пользуюсь этим уходом. Это очищающий шампунь, это кондиционер экстра объем и масло для волос. Очень мне понравился этот уход, но именно шампунем очищающим нужно пользоваться раз в 2 недели, поскольку он все-таки вымывает все ненужное с волос, химикаты различные, которые после спреев у нас остаются. Чистить именно с этим шампунем не нужно. Поэтому я этот шампунь заменяю обычно на Yves Rocher, либо на, вот я недавно вам показывала, Belita Vitex, тоже хороший шампунь.
Вот. А вот этим пользуюсь именно один раз в 2 недели, бывает чуть-чуть чаще. И кондиционер этот я, в принципе, использую всегда, он мне очень нравится, хорошо очень увлажняет волосы. И маслице использую абсолютно всегда после любого мытья волос, наношу на волосы, на где-то третью часть волос. Очень мне нравится, волосы после этого блестят, здоровые, так что осталась я очень довольна таким уходом. Вот этого набора, в принципе, хватает на полгода, может быть и больше, и стоит он где-то $100, я думаю, что можно приобрести, потому что цена хорошая и действительно расход у него минимальный. То есть это хороший салонный уход, вместо того, чтобы ходить в салон и отдавать там за одну процедуру такие деньги, вы можете просто купить себе этот уход и делать его дома. Потому что у нас салоны тоже работают на Марокко Нуэл, и обычно вот как бы стоит, процедуры стоят дорого. Поэтому вот хорошее вложение денежек, не пожалеете. Итак, сейчас у меня уже будет обед. Я сейчас покрашусь, накрашу, сделаю макияж. И пообедаю. На обед у меня будет яичница из перепелиных вот таких вот яичек. Овощи, фрукты всегда я кушаю тоже на обед. И буду пить чай вот с таким сыром. Джулес. Вообще он очень классно идет под вино. Но под чай кусочек я тоже очень люблю. Вообще без сыра я жить не могу. Сыр очень всегда люблю. Так что все, буду сейчас краситься и делать яичницу. Еще небольшие покупочки белорусской косметики вам покажу. И не только белорусской. Сразу вот покажу такую маску. Давно ее хотела, но не могла найти Organic Shop. Вот нашла. Это маска грязевая. Вот. Она такого серого цвета. Застывает на лице. Прикольная маска. Увидела у девчонок и вот решила себе тоже такую масочку купить. Стоила она чуть меньше $2. И также я взяла 2 крема от Belita Young, которые... Я про которые вам очень много рассказывала. Вот такие крема для молодой кожи, они стоят очень дешево, они стоят всего лишь $1. Но очень многие девочки-визажисты их любят, и вот мне просто все, кто пробовали, говорили: «Настя, попробуй, Настя, попробуй». Это очень классный, простой, увлажняющий крем. Я сейчас пользуюсь уходом от Lancome, но дневного крема у меня нет. У меня только есть ночной крем от Lancome. Вот на дневной вариант я купила вот это, потому что он, вот многие его советуют, поэтому буду пробовать и вам рассказывать, есть ли разница между кремами Lancome, ну и вообще дорогим уходом, и вот таким вот за $1. Ну, вообще, как бы у меня кожа еще молодая более-менее, да, мне 24 года, поэтому вот как бы такой крем мне, я надеюсь, подойдет. 2 штучки сразу взяла, потому что он его очень проблемно найти. Дальше взяла еще вот такую тушь. Тоже я хотела ее взять очень давно. От Rilui. Best Club называется. У нее очень такая прикольная щеточка. И вообще она очень красивая розовая. Такой розовый персиковый флакон. Очень нежный, классный. Пока открывать не буду. И взяла вот такие масочки свои любимые. Белкосмекс, домашний доктор, маска экспресс-восстановление, сияющий вид через 20 минут. Действительно, очень хорошо увлажняет. Эта маска вот такая вот тряпичная, очень хорошо пропитанная. Мне она очень нравится. Я обычно делаю ее. И потом, когда сделала, переношу на шею и зону декольте остатки. И потом еще тоже протяжу. Мне она очень нравится. И вот такая вот еще против старения с растительной плацентой. Она просто очень круто-круто увлажняет. Вот мне она очень нравится, поэтому я ее часто беру. Стоили они по $1. Так что такие вот покупочки. Еще на Черной пятнице я купила вот такое потрясающее платье. Оно достаточно прямое. Это Кира Пластинина бренд. Очень красивый цвет. Бордо, сейчас он очень моден, и мне не было такого платья у меня. Оно мне очень понравилось, оно прямое, я брала размер 44, оно отлично садится на меня, потому что я сейчас похудела, и я могу себе позволить такие платья. В общем, вот такая у него тканька потрясающая, видите, такая кружевная, прям вообще очень-очень круто. Качественно все сделано, в Кире Пластинина, в принципе, очень качественные вещи, я люблю их вещи. Немножко тут отсвечивает, поэтому будет, конечно, не очень хорошо видно. В общем, тут такие вот потрясающие, красивый воротник вот такой вот. Вот, так что вообще красивое, конечно, платьишко. Мне оно очень-очень сильно понравилось. И еще покажу то, что я тоже купила на Черной пятнице в магазине Этам. Очень люблю этот магазин, потому что там потрясающие вещи для дома. Они, конечно, безумно дорогие. Вот этот комплект, который я вам сейчас показываю, он стоил $95. Но он потрясающе красивый, он очень мягкий, качественный, теплый. Я вот как бы очень много времени в последнее время провожу дома, и поэтому
стараюсь покупать много вещей домашних, классных и не только сексуальных вещей, например, которые я покупаю из Victoria's Secret, но еще и вот такие вот из Etam, из Woman's Secret, вот такие вот очень какие-то уютные, домашние, милые вещи, пижамки и так далее. Вот. Это был такой комплект штанишки. Они выглядят вот так вот, обычные штанишки вот такие. Тут красивый такой бантик. Вот. Они вот с такими девочками здесь. Ну, такие обычные, беленькие, да. Отложу их сейчас и покажу вам дальше. Ну, и вот, соответственно, это троечка, костюм тройка. Дальше длинный рукав. Вот такая вот маечка. Брала я размер S. Я ношу сейчас размер S. И вот такая вот баечка наверх. Очень тепленькая. Здесь дублируются тоже девочки. Капюшончик здесь. Вот, в общем, очень красивый комплектик. Мне понравился. И сегодня на Черной пятнице была на него скидка 30%. Ну, с учетом 30% он мне вышел где-то 70 с чем-то долларов. Ну, где-то, да, 70 долларов. В принципе, это, конечно, тоже дорого, но это очень классный комплект. Он мне безумно понравился. Девчулечки, я продолжаю получать подарки на свой день рождения, который еще не наступил, наступит через недельку, но подарок уже пришел. И это вот такие полотенчики домашние от Blue Marine со стразами Swarovski. Сейчас вам все покажу. Вот такая вот коробочка Blue Marine. Вот так вот. Здесь, кстати, остался ценничек 55 евро. Вот. Это полотенца покупались в Италии. Здесь вот такой буклет, вот эта коллекция розовая со стразами Swarovski, халат, полотенце. У меня вот эти два полотенчика, которые на фотографии. Открываем. И два вот таких волшебных полотенца. Они очень красивые, я в них просто влюбилась. Там были молочные и розовые. Конечно же, я, как любая нормальная девочка, блондинка, выбрала розовые. Посмотрите на эти потрясающие стразы Swarovski. Это нереально круто выглядит. Я не знаю, дорого это или дешево, это выбор каждого, сколько покупать им полотенца, но полотенцем мы пользуемся каждый день. Мы вытираемся ими каждый день. Потому что мы моемся, и я считаю, что нужно, чтобы они были шикарнейшими. Поэтому вот такие шикарнейшие вот Blue Marine со стразами Swarovski теперь у меня есть. Я просто кайфую. Я вот мне только недавно принесли. Я просто в восторге. Это шикарно, и я буду очень-очень рада их иметь. Обязательно обращайте внимание на сертификаты. То есть при покупке вот оригинальных полотенец Blue Marine, да, текстиле и так далее. Здесь должен быть вот такой, такая этикетка, где все написано, и сзади обязательно должен стоять вот такой код. Вот. Именно это подтверждает то, что действительно это оригинальная продукция, и действительно это стразы Swarovski. Вот. Дальше девчуля купила вот такие вот сережки в Zika. У нас в Zika есть коллекция Crystal Swarovski, и это у нас коллекция Оливер Вайбер. Вот коллекция вот такая вот. И я купила вот такие сережки. Стоили они 1 200 000, это где-то 70 долларов. Серебро с вот такими камнями Swarovski. Очень красиво смотрится. Я очень хотела давно такие сережки, чтобы они были прям такие полувечерние, полу... Ну, они, в принципе, вечерние, конечно же, да, но я хотела, чтобы они были прям слишком вау и ах. Ну, чтобы они были более-менее аккуратные, но в то же время заметные. Вот, поэтому у меня таких не было, очень красивые, они мне очень понравились, поэтому взяла. И вот так вот выглядят эти сережки,